О! Ты на крыше сидишь, говнюк. Ну да, я тут. Привет. Опа, один пришел. Нифига себе, Серега, ты быстрый. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Черный Гад, как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем на карте пиццерия FNAF 1. Серега будет играть за маньяка, который может вставать невидимым и убивает нас с одного удара. Если пейте, кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Я иду за вами, за вашими душами. Рекомендую, пацаны, включать фонарик, потому что тогда подсвечивается его тень. Вижу, вижу, вижу его, бежит. А он такой, что не попадет сразу. Сережка, давай, я в тебя верю, ты сможешь. Типа будут это, не знаю, наглеть, я возьму аниматроника и замочу аниматроником. Хорошо, хорошо, хорошо. Нам надо убийцу в следующий раз взять, который может кидаться там, может, топориками или мечами. Высрать какашку, кинуть и убить. Хорошая идея. Сереги, фантазия такая. Очень интересная. Так, Бенди убегает и убегает. Серега, ты же можешь хитростью брать. Так, пацаны, пошлите, я вспомнил, мне кое-куда надо. Минус один. Так быстро? Да. Эй, так же ж честно. Разобьем здесь стекло. Я тебе поразбиваю стекла, ты, блин. О, привет. Только посмей разбить, я тебе жопу разобью. Не, ну Серега, сам понимаешь, насколько меня тяжело будет убить. Так ты меня не убьешь, конечно же. Не, ну если Бенди мне перезагородит путь, то да. Что-то побаиваюсь немножко Сережку я. О, Серега, вообще не отличить. Ха-ха-ха, ты тяжел или в игре это делается. Отлично. Ой, красота вообще. Так, ну у меня 10 хп, если я свалюсь, я разобьюсь сразу. Сережка, ты где? Я внизу. Так, ну хрена, что я кого-то видел. Опа, выстрел. Я думал, уже убили кого-то. Так, по тени я никого не вижу. Так, вижу там какой-то... А, то морф какой-то заспамнился. Ты, блин! Хорошо, что я увидел тебя, слышишь, злодей? Мы с ним вовремя закончили. Вот это было бы прикол, если бы ты меня замочил. Прощай. Двое калашматки, я забыл! Давай, Серега, ты должен меня убить лично. Только я уже больше не буду так прыгать. Но у нас теперь, ребята, по одному хп, еще меньше, чем 10. Давай, ударь меня, ударь. Ой-ой-ой. Ну-ка. Эй, убил. Ух ты, молодец. Ребята, кто проиграл, берите тоже Джейсона. Будете с Сережкой бегать, все-таки пытаться нас убить. Стоит, стоит. А чё он стоит? Серега, чё стоишь? Вот дурак. Это ж надо быть таким наивным. Это подвох мой. Серега специально стоял, думал, сейчас ты подойдешь, тебе по башке дам. А я уже здесь. А ты думал, не убью, а я убью. Так, да, это было жестко. Чвяк, и нет человека. Ну уже минус два, Димас. Уже, да, легче будет. А ты где? Я? Я на улице. Где на улице? За пиццерией. Точно? Не врешь? Не. Точно? Я не буду тебе никогда врать. Ну смотри, у меня наврешь, будешь кабакой. Не. Не хочу быть кабакой. А тебе придется быть, потому что я тебя убью. Не-не-не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да. Слышите? Слышите? Бегает челепиздрик этот. Так. Это уже там, получается, несколько Джейсонов ходит. 10.
Ого. Я еще себе напарников заспаунил, хоть и задержкой. Но они у тебя поставились, да? Так, никого не вижу твоих напарников. В невидимке. А, получается, NPC такие ходят теперь еще? Нет. Люди. Люди. Какахи на блюде. Ты молодец. Никого не наблюдаю, просто хожу себе. О! Ты на крыше сидишь, говнюк. Ну да, я тут. Привет. Опа, один пришел. Нифига себе, Серега, ты быстрый. Зашел и сразу тут выш. Эй, ты что, прыгать можешь? Да. Отвали! Мочи его, давай. Двойной прыжок у тебя есть, не забывай. Давай, давай, Сережка. Давай, 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 иди за ним. Опа, есть. Опа, есть. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Я бегу, просто бегу. Я слышу, как ты сзади, я слышу. Привет. Отвалите от меня, вон еще прибежала челепиздрик. Нет, Серега, ты так не можешь делать. Эй, дверь, да я выйду, слышишь? Смотрите, дверь тебе шкерит. Нет, я выйду. Я не пущу. Ну дай выйти, пожалуйста, Сережка. Опа! Блин, я так дернулся, ну говно, ну как ты меня подловил? Я подловлю, ты такой. А кого мы еще не убили? А вон Спрингтрап вонючий, он сейчас сдохнет. Он сдох. Ну это было прикольно. Давайте сделаем сейчас на крыше битву. Я один, а вы все маньяки. Ну чё, давай, иди сюда. О, я уж забыл, что они прыгают. О, это было рядом, это было рядом. Я тебя почти убил. О, давайте моя миссия сбежать с крыши. Давайте, не должны мне дать убежать. К двери не допускайте. Давай, быстрее, вам. Димка, быстрее, беги. Пущу, you shall not pass. Ты не пройдёшь. Я пройду, я пройду. Главное, что подобрать какую-то красивую тактику, и я смогу. А, блин, ну блин, ну почему калитка не открылась, а? Кабак у тебя. Серега, дай пройти. Ух, красиво, красиво. Ты Димасу, ну еще один дурак убил своего. Я убежал с пиццерии. Я смог, я смог. Быстрее еще. Мы же вообще скачали на этот ролик очень классных боссов, но не смогли их записать, потому что они очень тупые. Поехали. У вас тоже подлагивает? Давайте удалю чуть-чуть. О, вот так, нормально. Давай покажу анимацию, как они убивают. Ой, 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 ой. Вот это лаги. Отрывает, короче, голову мне. И голову выбрасывает. Вон мой труп. И голова вон моя лежит. Ох ты. Он взял твою голову, выбросил. Тогда это... Ах ты, не дерись, говно. Они убиваются или нет, Серега? Не знаю, нет. Ах ты, блин, схватил меня и бошку оторвал. А ну анимация я, очень крутая. Я спас тебя, Дима. Да я вижу, ты убил меня быстрее, чем он. Ну лучше от меня умереть. Давайте, короче, возьмем админский пистолет, проверим. О, Серега, они умирают. О, монетка. Слышь ты. Ай. Серега, извини. Нашел меня. Ай, опять. Да блин, да вам тут спаун. Тут же я завтыкейшн. На, попей. Слышь, монетка их не берет. Не, берет. А, берет, берет. Только надо два раза попадать четко. Ну прикольно, NPC-шки, ну как для боссов, они не затягивают. Слабенькие очень. Медленные. Да, 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 да. Хорошо, давайте красоту сделаем. Давай, слышь? Ядерный взрыв.
Не, давай просто красивый какой-то взрыв. О, знаешь какой, Серега? Давай. Ядерный. На, попей. А зря их не взяло. Они живые. Надо с Гренвича брать, Сережка. Сейчас я Гренвич лупану, и они сразу сдохнут все. Чё там, пацаны? Они живые. Сейчас. Живые, да? Не могу сказать. Вот эта радиация здесь струячит. Я ничего не вижу. Кроме шипенек, вот телек. Ядерный пепел. Убила всех, Серега, замочила. Да, ядерная бомба всегда всех мочит. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.